Конституционный суд приостановил в пятницу действие парламентских решений об отмене указа о назначении председателем КС Домники Маноли и включении в его состав Бориса Лупашку. За это проголосовали депутаты фракции ПСРМ и платформы «За Молдову». Ходатайство с просьбой рассмотреть законность этих указов подал депутат от ПДС Сергей Литвиненко, а приняла его временная глава КС Люба Шова. Они незаконные, неконституционные. Я попросил не только признать их таковыми, но и срочно приостановить действие этих указов, которые, по сути, представляют собой попытку государственного переворота. В пятницу парламентское большинство ПСРМ «За Молдову» зарегистрировало декларацию об узурпации власти Конституционным судом и выразило вотум недоверия трем судьям, ранее одобрившим роспуск парламента и проведение досрочных выборов. В их числе председатель КС Домника Маноли. Большинство проголосовало за отмену указа о ее назначении и включило в состав КС Бориса Лупашку, бывшего прокурора. На том же заседании он принес присягу.